Здравствуйте! Вновь воскресенье, а это значит, что в эфире телеканала ЖТСУ итоговая программа «Оптан». В студии Надежда Белова. О самом важном за уходящие 7 дней расскажут вам мои коллеги. И в начале выпуска коротко о главном. Большая стройка. Как преобразить Сталдыкурган в скором будущем? В областном центре состоялась презентация новых объектов. Коронавирус наступает. Какова ситуация в Алматинской области? Итоги, планы и перспективы. В регионе продолжаются отчетные встречи акимов районов с населением. Новая жизнь. 20 семей из Коксуйского района получили заветные ключи от собственных квартир. Сталдыкурган продолжает развиваться. В скором будущем в областном центре появятся новые многоэтажные дома, пополнится количество коттеджей, завершится строительство мостов и будет решен вопрос качественного водоснабжения для всех жителей города. На прошедшей неделе объекты, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, были презентованы акиму области Аманды Кубаталову. Глава края, в свою очередь, подчеркнул, что строительство всех объектов в обязательном порядке должно быть завершено в установленные сроки. Кроме того, аким области сказал уделить особое внимание благоустройству прилегающих территорий и строительству инфраструктуры. Для удобства жителей вблизи домов должны располагаться магазины и, конечно, школы. В этом году в Талдыкургане будет начато строительство двух школ в коттеджном городке и микрорайоне Берлик. Всего же в Алматинской области будет построено 20 объектов образования. Все подробности в материале Ануара Амангельдинова. Коттеджный городок – один из самых крупных проектов, реализуемых в Талдыкургане. В прошлом году в эксплуатацию здесь сдано более 150 домов. По словам городских властей, в 2020-м они планируют возвести еще около 350 коттеджей. Помимо этого, начнется строительство школы на 900 мест. Работу руководство города осуществляет, однако в действиях отсутствует комплексный подход, отметил глава ЖТСУ. Амандык Баталов сделал замечание ответственным лицам и конкретно указал на недоработки городских властей. Надо все комплексно, все вопросы решать. Раз ты строишь такой объем жилья, ты должен параллельно строить школу, параллельно ты должен строить этот, как его, детские сады. И где вот этот торговый центр? Я тебе согласовал эскиз. Люди же должны слушать. Завтра идти там кушать, что-то покупать, еду должны. Из дома вышел, шаговая доступность. Вышел, пошел, купил. Узко работаете, так инертно. Вот жилье уперлись, больше ничего не видите. А если там сделаете, бизнесмена приглашать, скажите, смотри, какой город вырос. Много упущений, много недоработок, особенно по благоустройству. В работах по благоустройству нужно применять современные методы, отметил Амандык Баталов. Установить автоматизированную систему освещения и механизированные устройства для полива клумб и газона. Большие строительные работы начнутся в микрорайонах Болашах и Коктем. Там в общей сумме намерены возвести более 600 квартир. Активные работы проводятся в новом строящемся микрорайоне 9 и Берлик. В последнем в планах возвести современную школу на 1200 мест. Строительно-монтажная работа в 8 микрорайоне. Здесь мы планируем вообще завершить 57,8 тысяч квадратных метров квартир. Из них мы уже начали строительные работы по двум пятнам. Здесь все сети, все магистральные сети, все решены. На сегодняшний день пятно 30, то Марасант уже приступает к строительным работам, уже организационные работы начал. По 9 микрорайону, вот то, что начинается строительство дорог, вот то, что красным, мы начинаем уже этот строительную работу в этом году начнем. Это вот Алматинская трасса, Алматы-Талдыкурган. Вот это 9 микрорайон у нас. Всего в 2020-м власти города планируют сдать более 132 тысяч квадратных метров жилья. Как доложил заместитель акима Талдыкургана, в этом году наконец возобновятся строительные работы по 9 многоэтажным долгостроям в микрорайонах Болашах и Коктем. До конца 2020-го объекты введут в эксплуатацию. Завершится в этом году и строительство двух мостов на дачном массиве «Красный камень». Сооружение обеспечит двухстороннее движение, предусмотрены пешеходные зоны. Помимо этого, на окраинах города власти решают вопрос с централизованным водоснабжением. В дачном обществе Мерекелик у нас 11,2 километра водоснабжения сделано. Вот, зеленое все сделано. Красным мы в этом году должны завершить. Здесь проблем никаких нет, работа идет согласно графику производства работ. Такая же ситуация по садоводческому обществу «ЮТАС». Там у нас 43,4 километра, 26 километров сделано, вот зеленое, и 17,4 километра тоже мы должны сделать. Тут тоже проблем никаких нету. В Жастаре-2 у нас идет развитие электрических сетей, также у нас всего 22,5 километра, 14,3 уже сделано.
Большое внимание уделено и теме автомобильных дорог и пассажироперевозок. Как заверили Амандыка Баталова ответственные лица, до конца первого полугодия на дороге областного центра выйдут 36 современных автобусов. Рассматривается также вопрос билетирования пассажиров. Согласно программе, государственной программы цифровизации, мы в этом году 55 миллионов тенге заложили на е-билетирование, где будет перечислением, то есть безналичный расчет, как карта онлай будет. Не онлай, а кто выиграет, тот и будет вводить. Рассмотрел глава ЖТСУ и проекты, реализуемые в других городах и районах области. По словам ответственных лиц, в рамках реализации программы «Нурлы жер» планируется ввести порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Большой акцент делается на ликвидацию трехсменных школ. В 2020-м намечено строительство 20 объектов образования, из них 13 школы. Изучив все детально, Амандык Баталов сделал по некоторым проектам строгие замечания. Устранить их аким области поручил в самые кратчайшие сроки. Ануар Амангельдинов, Жасулан Чингендже, телеканал ЖТСУ. Благодаря вниманию акима области вопрос трехсменных школ постепенно решается. В прошлом году в регионах были открыты новые учебные учреждения. Одно из таковых – школа-лицей «Квант» в селе Байсерке. На прошлой неделе Амандык Баталов посетил данное учебное учреждение, осмотрел кабинеты, встретился с педагогическим коллективом и учениками. Кроме этого, в рамках рабочего визита в Илийский район глава края ознакомился с работой одного из крупнейших предприятий региона ТО «Металлстрой». Также Амандык Баталов посетил цех по производству полуфабрикатов «Алматинские традиции» и ТО «Полимер БК» по производству изделий из разливного полиуретана. В рамках рабочего визита в Илийский район глава региона посетил промышленное предприятие ТО «Металлстрой». Компания занимается выпуском изделий из металла – двери, контейнеры, подставки и прочее. Впрочем, визитной карточкой предприятия считаются сборные дома из металлоконструкции. За работу в период с 2013 по 2018 годы компания получила сертификат «Лидер отрасли» и почетный знак «Звезда качества». Предприятие считается одним из крупных. Оно обеспечивает стабильной работой более 70 человек. Очень много сотрудничали с КСЛ, делали для них контейнера для связи, кастили радио, много телекоммуникационных, АКСа, дизель-генераторы, ну то есть много, Минобороны, железная дорога, много партнеров. Планы на будущее развивать наше производство. Мы сейчас немножко начали выпускать товары для населения, скажем, у нас деревообработка появилась, кузница, двери, ну то есть товары, которые востребованы уже населением. Особое внимание сейчас уделяется образованию. Родители стараются отдать детей в престижные школы с высоким уровнем показателя обучающих программ. Есть такая и в Утиген-Батыре – школа-лицей «Квант». Частное учреждение образования открылось в сентябре прошлого года. Сейчас здесь обучаются чуть более 40 учеников. Обучение платное, но в ежемесячный взнос входит четырехразовое питание, бесплатная развозка и, собственно, главное – лучшие методики обучения. Никаких серьезных нареканий объект не вызвал. Единственное, Амандык Баталов предложил руководству изменить дизайн школы, ведь детям важно прививать не только знания, но и эстетический вкус. Школа похожа на казарму. Вы поняли, да? Да. Если вот со временем, если вы его более уютно, потому что вот среда определяет сознание. В программе посещения главы области завод «Полимер БК». Он выпускает конструкции из полиуретанов. По словам ответственных лиц, область применения материала весьма широкая. Машина и авиастроение, металлургия, нефтегазовая промышленность и мостостроительство. Этот, на первый взгляд, гибкий материал обладает рядом уникальных свойств. В их числе прочность, износостойкость, эластичность и так далее. Компания сотрудничает с огромным количеством предприятий и поставляет товар по всему Казахстану. Аналогичных заводов в стране не имеется. Ближайшие конкуренты лишь в Беларуси. Амандык Баталов отметил, что, будучи сосредоточием промышленных объектов, таких как «Полимер БК» и других, Илийский район вносит особый вклад в экономическое развитие Алматинской области. А потому коллективу завода пожелал успехов в развитии. Азат Жумаханов, Дамир Анитов, Жасулан Чингендже, телеканал ЖТСУ.
прошлом году жители Алматинской области, как, впрочем, и весь народ Казахстана, еще раз доказали свое единство и сплоченность. В ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь участвовали все регионы страны. Алматинская область внесла свою лепту в восстановление населенного пункта. Строительные работы велись под непосредственным контролем руководства края ЖТСУ. Первый заместитель главы региона Лиза Турлашев дежурил на участке несколько месяцев. За особые заслуги президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил благодарственным письмом и специальным нагрудным знаком первого заместителя акима области. В торжественной обстановке награду от главы государства Лизату Турлашеву вручил глава региона Амандык Баталов. Сохранив единство и крепость духа, казахстанцы пережили трагедию для всей страны. 24 июня войдет в историю Казахстана день, когда на долю нашего народа выпало серьезное испытание, которое мы с честью выдержали. Вся республика приняла участие в восстановлении города Арысь. Немалая работа выполнена и руководством Алматинской области. Первый заместитель главы региона более 2 месяцев находился на месте события и контролировал ход строительных работ 15-го участка, отведенного для нашего региона. Мы очень активное участие приняли по ликвидации последствий, которые случились в Арысе. И мемлекет башысы Касым-Жомарт Кемелевич ряд людей, которые там принимали участие, наградил своими алғыс хатымен, в том числе Лязат Махатұлы Турлашев. Молодец, поздравляю. Город в момент трагедии разделили на 17 участков. Алматинской области достался один из самых больших, где более 850 жилых домов. По словам Лязата Турлашева, руководство области приняло самое активное участие в восстановлении Арыси. И одними из первых протянули руку помощи соседнему региону. Уважаемый Амандык Габасович, под вашим чутким руководством мы восстановили город. В реконструкции приняли участие десятки строительных компаний, а сотрудники некоторых управлений находились в самой гуще событий. Я очень горжусь, что нашу совместную работу отметил президент страны. Спасибо большое. Это награда всех жителей Алматинской области. Когда еңбек бағаланса, самое вот это приятное. Азат Жумаханов, Жаслан Шынкенже, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Чрезвычайные происшествия бывают разного характера. Зачастую угрозу населению несет сама природа. Весенние паводки могут стать причиной наводнений и привести к серьезным последствиям. Во избежание трагедии в Алматинской области предпринимаются все необходимые меры. Сегодня в регионе в зоне возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится 41 населенный пункт. Высокому риску подвержены Жамбылский, Карасайский, Талгарский и Енбекши-Казахский районы. Для снижения угрозы ведомственными органами принят ряд мер, рассказали специалисты на совещании под председательством первого заместителя акима области Лизата Турлашева. Установлено 96 гидропостов, ведется ежедневный мониторинг гидротехнических сооружений. Сейчас службы гражданской защиты проводят последнюю проверку готовности. Имеется новое оборудование, в числе которого помпы для откачки воды, шансовый инструмент, лодки и высокопроходимая автотехника, способная доставить спасателей в любую точку при любых ситуациях. Пока паводковая ситуация стабильна, однако при таком температурном фоне все может резко измениться. Районным акимам, руководителям различных ведомств нужно держать ситуацию на контроле и доложиться до 20 февраля детально о мерах подготовки. Паводки могут случиться в любое время, в любом месте нашей области, поэтому тема носит самый актуальный характер. Природные катаклизмы способны унести огромное количество жизней, как, к сожалению, и различные эпидемии. Коронавирус – это слово, которое сегодня внушает страх и панику миллионам людей. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения. В настоящее время вирус выявлен в более 20 странах мира. К счастью, в нашей республике официально не зарегистрировано ни одного факта. В связи с объявлением ВОЗ уже нового уровня чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения введены дополнительные меры. В первую очередь Министерство здравоохранения Казахстана обеспечивает усиленный санитарно-пропускной контроль на всех пунктах пропуска государственной границы не только с Китаем, но и с другими государствами. Таможенные пункты Алматинской области, находящиеся на границе с Китаем, также переведены на усиленный режим. Какие еще меры по недопущению и распространению коронавируса принимаются непосредственно в Алматинской области, расскажет Ануар Амангельдинов.
В режиме повышенной готовности прибывают все медицинские учреждения Алматинской области. В регионе осуществляются тренировочные учения и мероприятия по профилактике. Для медработников проводятся лекции и семинары. Также во всех городах и районах ведется активная информационно-разъяснительная работа с населением. Сейчас сезонный подъем гриппа, гриппоподобного заболевания, острых респираторных инфекций. Поэтому все мы рекомендуем ношение масок в общественных местах. Не на улице, а вот когда человек находится в здании или в классах. Особенно, где люди находятся скученно. То есть это какие-то интернаты, школы, институты или, допустим, как поликлиника, больница, где очень большое количество скоплений народа, поэтому ношение маски и при появлении первых признаков заболевания обращаться в медицинское учреждение, а не заниматься самолечением. При Министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан колл-центр, куда граждане могут обратиться в круглосуточном режиме и узнать информацию, интересующую информацию о коронавирусной инфекции, также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания. Номер колл-центра 1406, также 76-80-43. Для некоторых граждан тренировочные учения послужили поводом распространения ложной информации. Принимая отработку за реальный случай, неосведомленные ситуации люди в социальных сетях начали сеять панику. Так, за рассылку фейков в мессенджерах в Алматинской области задержали 3 человек. 2 водителей скорой помощи в Хапшигае и врача-гинеколога в Имбиши-Казахском районе. В регионе выявлены 2 факта, связанных с распространением заведомо ложных сообщений об инфекционном заболевании коронавирус. Подозреваемые в распространении слухов установлены и задержаны. Последний факт был зарегистрирован в Имбекши-Казахском районе, где полицией задержан врач-гинеколог местной районной больницы, который распространял ложную информацию о коронавирусе в мессенджере WhatsApp. Подозреваемый признал факт распространения ложной информации. По выявленным фактам проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сейчас сезон ОРВИ и гриппа. В этот период обычно возрастает спрос на медицинские маски. Однако ситуация в Китае побудила людей приобретать куда больше обычного. С прилавков аптек медицинские изделия уходят буквально в лед. Такой вывод сделан в ходе личного мониторинга. Обзвонив и опросив более десятка аптек Талдыкургана, выяснилось, что у 80% опрошенных масок вовсе нет. Или же они есть, но в единичных количествах. В среднем за сутки раскупают от 500 до 1000 медицинских изделий. Спрос высокий. Мы около 1000 масок продавали в аптеках. Около 1000. Вот у меня в аптеке такое было. Ну, наверное, думаю, что в центре в аптеке, где большие аптеки, может еще больше, может 2, может даже 3000, может продавались за смену. Люди как бы сами создали ажиотаж, стали закупать маски по 100, по 200 штук. То, что в обществе потребность масок очень высока, не отрицает и санврачи. Ежедневно областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ведет мониторинг аптек, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на медицинские изделия, ведомство приняло ряд мер. Совместно с управлением предпринимательства и палатой предпринимателей Атамекен будет заключен меморандум об сдерживании и контролировании розничных цен на маски одноразовые. Сейчас средняя цена в розничной торговле одноразовые маски это 20-25 тенге. От производителя они уходят 19-20 тенге. По договоренности с производителем масок, который находится на территории Алматинской области, была устная договоренность, что в Алматинскую область ежесуточно будут отпускаться до 300 тысяч одноразовых медицинских масок. Повлиял коронавирус и на туристический рынок. Если фармацевтическим компаниям и аптекам он несет прибыль, то в ситуации с турфирмами все иначе. Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы на столь популярный курортный остров Хайнань. В связи с этим некая доля казахстанских турагентств и туристов несет убытки. Большая такая проблема, то что туры на Хайнань достаточно очень бюджетные. И действительно сейчас предложить альтернативу на ту же сумму, то есть на Хайнане мы, например, могли предложить отели 5 звезд, у туристов были забронированы. А сейчас по другим направлениям приходится предлагать, ну то есть если дальнее более направление, Таиланд, Бали, Вьетнам, конечно, регулярные рейсы и в цене уже дороже, и приходится туристам где-то доплатить. До стоимости новых пакетов. Для тех, кто задается вопросом, как вернуть деньги за тур, ответ прост. Все зависит от договора. Если в документе указаны пункты, согласно которым турагентство оставляет за собой право взыскать часть средств,
средств при возврате тура в связи с форс-мажорными обстоятельствами, то 100% суммы вернуть невозможно. В случае, если такого пункта нет, то человек вправе потребовать возврата всей суммы. Город Санья. Отдыхающие, вернувшиеся с острова до отмены рейсов, утверждают, что обстановка спокойная. Как рассказывает житель Каскелена Асылбек Жалдыбаев, никаких запретов не было. Молодой человек в любое время мог спокойно выходить из отеля и посещать любые места. Недавно летал остров Ханьнань. Все нормально. Ходили, гуляли. Все было хорошо. Не знаю, никакого ажиотажа не было. По пролету тоже проверили. Нормально. Никаких. У нас на борту 250 человек было в самолете. Никакой инфекции, никакой болезни не было. Не считая эпицентра событий, провинцию Хубэй довольно спокойно и в других частях Китая. Как рассказала нашей съемочной группе студентка, учащаяся в городе Далянь, особой паники нет. Нас 5 студентов из Казахстана. Сейчас мы находимся в городе Далянь. Если говорить касательно коронавируса, то вроде все нормально. Я слышала, что в нашем городе заболело 7 человек. Позже одного вылечили и выписали. Главное здесь – соблюдать правила безопасности, надевать маску и лишний раз не выходить в общественные места. Что касается продуктов, то дефицита нет. По данным информагентств, в эпицентре развития коронавируса в городе Ухань прибывает 98 казахстанских студентов. Как говорят в областном управлении образования, среди них уроженцы. В ЖЦУ нет. За рубежом получают образование 468 выпускников 2019 года. Из них в Китайской Народной Республике получают образование 33 наших выпускника. В основном наши выпускники получают образование в таких городах Китая, как Пекин, Шанхай, Харбин, Сиань, Нанкин. В связи с нарастающим количеством жертв нового коронавируса, таможенные пункты Алматинской области, находящиеся на границе с Китаем, переведены на усиленный режим. С ходом принимаемых мер на приграничной территории ознакомился заместитель главы региона. Как рассказали Батыржану Байжуманову, ответственные лица, таможенные посты готовы к экстренным ситуациям. Каждый пункт пропуска оснащен достаточным количеством тепловизоров, защитных костюмов, диссредств и медработников. Также везде имеются информационные памятки. У нас на территории Алматинской области находится 6 таможенных постов, на которых работают сотрудники санитарно-карантинной службы. Есть тепловизоры на каждых постах. Кроме этого, у нас все медицинские организации в приграничных районах готовы оказывать населению любую медицинскую помощь. В среднем в сутки Международный центр приграничного сотрудничества «Хархоз» посещает около 10 тысяч человек, порядка 7 тысяч с китайской стороны и 3 тысяч с казахстанской. На данный момент до 15 февраля МЦПС закрыт. Однако, если ситуация с коронавирусом усугубится, возможно, закрытие продлится. По информации областного управления здравоохранения, на сегодняшний день через пропускной пункт Нуржолы границу пересекли 22 человека. При осмотре на тепловизоре у 2 граждан зафиксировали повышенную температуру. Всех пересекавших границу незамедлительно поместили в соответствующие медицинские учреждения. На сегодняшний день у всех у них были взяты анализы. Они находились под наблюдением более 2 суток. Температура тела у 2 пациентов, которые были посещены в бокс, она составляла 36,2 и 36,4. То есть никаких симптомов, никаких жалоб, аппетит у них был сохранен после 2 суток. И по результатам анализов, которые были отрицательны, мы на сегодняшний день, сегодня они уже поехали уже дальше, то есть были выписаны с отделения, инфекционного отделения. Также выписано здесь 20 человек контактных. На сегодняшний день в Алматинской области имеется 550 коек для инфекционных больных, еще 580 в резерве. По словам руководителя областного управления здравоохранения, медицинские учреждения региона в полной мере обеспечены масками, защитными костюмами, диссредствами и противовирусными препаратами. На сегодняшний день по Алматинской области в наших инфекционных отделениях находится 5 человек. Это просто пациенты, которые были чуть небольшое повышение температуры, но подтверждающие анализы на коронавирус, они у них у всех были отрицательные. То есть повода для беспокойства не было.
и случаев регистрации коронавирусной инфекции по Алматинской области на сегодняшний день не зарегистрировано. Ануар Амангельдинов, Абзал Нусипов, Аблай Кутукбай, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. Завершены итоги расследования по факту смерти 3-летнего мальчика в Карасайском районе. Специальная комиссия, созданная по поручению акима Алматинской области Аманды Кабаталова, изучив все обстоятельства, сделала выводы и определила виновных. Так, от занимаемой должности освобождена заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области по охране здоровья матери и ребенка. Такая же участь постигла директора Центральной больницы Карасайского района и врача-педиатра Жамбылской врачебной амбулатории, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области. Напомним, трагический случай произошел месяц назад. 3-летний Ваня Михалкин скончался в Центральной больнице Карасайского района из-за халатности местных врачей. Мальчик умер через неделю после того, как заболел банальной ветрянкой. У ребенка была токсическая энцефалопатия, иначе говоря, осложнение при ветряной оспе. Работа специальной комиссии, созданной по поручению акима Алматинской области, направлялась не только на выявление виновных в случившейся трагедии, но и было направлено на то, чтобы впредь такое не повторялось. По итогам расследования комиссии всем медицинским учреждениям Алматинской области были даны рекомендации, которые позволят в будущем не допускать такие случаи. В регионе продолжаются отчетные встречи с населением. На этой неделе итоги своей работы подвели сразу 6 районов. Так, в 2019 году Илийский район сформировал 35% бюджета Алматинской области. С весьма неплохими показателями новый 2020 год встретили в Балхашском районе. Здесь произведено сельскохозяйственной продукции на сумму около 27 миллиардов тенге. Только объем собранного белого риса составил около 40 тысяч тонн. Таким образом, из года в год наблюдается тенденция роста экономических показателей. Решаются в регионах и насущные проблемы жителей. 5 населенных пунктов Жамбылского района в этом году подключат к системе водоснабжения. Тем самым все сельские округи региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Об этих и других планах расскажет мой коллега Дамир Анитов. План на 2019 год жители и власти Илийского района перевыполнили. Промышленный показатель составил 324 миллиарда тенге, а это треть от общего показателя области. Продолжая программу индустриализации, введено в эксплуатацию 21 промышленное предприятие, расширены 18 действующих, за счет чего 3400 человек нашли себе постоянное место работы. Объем инвестиций достиг рекордных 80 миллиардов тенге. Примечательно, что 92% из них внебюджетные средства. Основной объем инвестиций 73 миллиарда тенге, или 92%, освоен за счет внебюджетных средств. Это на 19% больше, чем годом ранее, чем в 2018 году. Объем вложенных инвестиций предприятиями обрабатывающей промышленности составил 21 миллиард тенге. В сфере строительства – 18 миллиардов, энергоснабжение – 6,5 миллиардов. В 2020 году намечается привлечение инвестиций в экономику района в размере 90 миллиардов тенге за счет расширения 12 действующих крупных и средних предприятий. Хорошими показателями район может похвастаться и в сельском хозяйстве. Объем валовой продукции составил 84 миллиарда тенге. Это на 10 миллиардов больше, чем годом ранее. Особый акцент на животноводство. Ему отдает предпочтение большая половина сельхозформирований. Ими произведено и переработано 96 тысяч тонн мяса. Общий же вал в растениеводстве – 67 тысяч тонн садовых, полевых и бахчевых культур. Этот показатель в текущем году и последующий период аграрии намерен увеличить, поскольку должен разрешиться один из самых актуальных для них вопросов. Активно в регионе развивается малый и средний бизнес. Свыше 100 человек пополнили ряды предпринимателей, получив микрокредиты от государства. Еще порядка 560 человек прошли краткосрочные курсы обучения. Из 6 тысяч человек, 10 800 у нас субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрировано. Сегодня ими оказано услуг на 249 миллиардов тенге и 24,8 миллиарда мы получили от них налогов. Уже в 2020 году эта цифра перевалит уже почти 270 миллиардов. И мы более 30 миллиардов тенге получим услуги. И в этом году 62, в прошлом году мы открыли новых объекта. И в этом году более 65 объектов малого и среднего бизнеса откроем. И это нам даст открытие почти 350 новых рабочих мест, постоянных рабочих мест.
Особого внимания заслуживает газификация. На сегодня природным газом охвачены 9 сельских округов и поселок Боралдай. Это 75% района. Подключением к голубому топливу занимаются 25 подрядных организаций. Согласно отчету Акима, в районе газифицировано 29 тысяч домов и 70 соцобъектов. В прошлом году мы в Жетыген подвели в декабре месяце. Это почти 90% обеспеченности подвода газа. И в этом году, Аман Агаш, вы выделили на 7 школ, на 2 дома культуры и на 4 объекта здравоохранения денежные средства выделены. Мы эту работу уже сделаем в этом 2020 году. И, естественно, сегодня по газификации, я думаю, проблем больших не будет. У нас где-то магистральных и внутридворовых, где-то 800 километров мы достигли. 25 подрядчиков работают. Около 6,6 миллиардов тенге они уже вложили денег в наш район. Согласно отчету Акима Балхашского района, почти на 27 миллиардов тенге произведено сельскохозяйственной продукции. Только объем собранного белого риса составил около 40 тысяч тонн. Кроме того, к радости жителей региона отремонтировано полностью более 50 километров трасс Кашенгель, Сункар, Топар-Куйган и Капшагай-Баханас-Караой. Кроме того, в этом году завершится капитальный ремонт Дома культуры в селе Куйган. Следует отметить, что в нынешнем году в 5 селах региона, начиная с районного центра Баханаса, население будет обеспечено природным газом. С предгорья Малайсары до села Баканас на расстоянии общей протяженности более 70 километров уже проведена ветка газопровода и готова к использованию. Проектно-сметная документация по газификации улиц Баканаса прошли госэкспертизу. Благодаря главе региона Амандыку Баталову первоначально нам выделили более 200 миллионов тенге. Надеемся, к концу года баканасы будут обеспечены газом. По другим селам, если в этом году согласуем ПСД, то в следующем году планируем в бюджет внести сумму и по их обеспечению централизованным теплом. 5 населенных пунктов Жамбылского района в этом году подключат к системе водоснабжения. Тем самым все 61 сельский округ региона будут обеспечены качественной питьевой водой. Благую весть сообщил Багдат Алиев во время отчетной встречи с населением. Объем продукции сельского хозяйства составил почти 55 миллиардов тенге. В регионе активно функционирует 8 тепличных комплексов, что позволяет круглый год обеспечивать качественной продукцией жителей области и города Алматы. Один из реализуемых крупных проектов – мясокомбинат «Империя Фуд». На базе предприятия создано 80 новых рабочих мест, привлечено почти 3 миллиарда тенге частных инвестиций. В экономику района привлечено более 31 миллиарда тенге инвестиций. Один из крупнейших и важных проектов — яблоневый сад ТО «Атек Агро». Хороший климатический пояс дает возможность активно развивать садоводство. В течение ближайших 3 лет руководство предприятия намерено открыть завод по выпуску яблочного сока. Для этого требуется 450 миллионов тенге. Строительные работы и закуп техники начнутся уже в этом году. В целом район очень привлекателен для инвесторов. И в будущем при поддержке руководства области мы намерены реализовать немало проектов для социально-экономического развития края. Планы на этот год участники отчетной встречи встретили аплодисментами. Так, например, в этом году планируется провести ремонт дорог почти в 10 сельских округах региона. На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда тенге. Уже скоро в районном центре в селе Узынагаш завершится строительство нового перинатального центра на 100 мест. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. В ряде аулов проведут освещение, водопровод, возведут школы и детские сады. Одним словом, ряд волнующих граждан проблем найдет свое решение в текущем году. Знаете, условия сейчас вот очень много уделяется социальным вопросам, поэтому я рада и за то, что многодетным семьям большое внимание, и вообще большое внимание. Вот, ну, наш район очень хороший район, большой. Я очень горжусь тем, что я живу в Казахстане, потому что это мои дети, они казахи, у меня муж казах. Поэтому я и стараюсь приносить, конечно, пользу. Все проблемы разрешимы. Главное – четко обозначить их суть. А власти области и регионов для того и работают, чтобы с каждым годом потребности у населения становилось меньше. Тамир Анитов, Ануар Амангельдинов, Азат Джумаханов, Жаслан Чингенже, телеканал ЖТСУ. Работа по привлечению инвестиций ведется во всех регионах края ЖТСУ. В одном только Каратальском районе в прошлом году было привлечено свыше 8 миллиардов тенге инвестиций. Примерно столько же, а именно более 8,5 миллиардов тенге в экономику края было привлечено и в Коксуйском районе. Такую же сумму инвестиций планирует привлечь в нынешнем году руководство Сарканского района. Здесь будет создано свыше 1000 рабочих мест. Азат Джумаханов расскажет более подробно.
Чтобы узнать о планах социально-экономического развития Каратальского района, отчет главы региона посетило около 500 граждан региона. В ходе трехчасовой встречи аким остановился по отдельности на каждой сфере, проведенной в данном направлении работе и выделенных средствах. Так, бюджет прошлого года составил 1 миллиард 273 миллиона тенге. Объем производства промышленной продукции – 2 миллиарда 762 миллиона тенге. Примечательно то, что в прошлом году, впервые за последние годы, в основной капитал района привлечен крупный объем инвестиций. Это 8 миллиардов 688 миллионов тенге. Одним из проектов, реализуемых в районе, является ТОО «Секвойя Плюс». Его стоимость составляет 240 миллионов тенге. Деятельностью предприятия является производство растворителей. Однако это не все. По словам руководства фирмы, в этом году они планируют запустить еще один важный проект, который позволит создать более 30 новых рабочих мест. За счет собственных средств была построена дополнительно линия железнодорожного тупика для приема битума. Также на собственные средства было приобретено оборудование для слива и налива битума, которое в регионе здесь близко нету ближайшего. Это битум пойдет для строительства дороги на Усть-Каменогорск. Что же касается злободневных, беспокоящих население вопросов, они смогли напрямую задать их акиму района. Один из таковых – проблема жилищно-коммунального хозяйства, в частности, состояние арочной системы и канализационных сетей. Когда-то арочная система полностью обеспечивала жителей города Уштоби поливной водой, поливались огороды. Сейчас она негодная, хотя и каратал на месте протекает, и головной канал полон воды летом, а полить огороды не можем. Работаем в двух направлениях. Первое направление – это разрабатываем проект по арочным сетям, где нужно переводить в отходы. Но пока вот этот проект у нас будет делаться, мы параллельно будем в этом году по зеленодушным водам пускать. Еще одна проблема, волнующая каратальцев – газоснабжение. На отчетной встрече и этот вопрос нашел свое решение. Аким области Амандык Баталов заверил, что голубое топливо придет в дома жителей уже в этом году. Приведут в порядок и состояние ирригационных сетей. На эти цели уже выделены соответствующие средства. Не менее 2 миллиардов тенге я буду выделять на газоснабжение и на приведение в порядок ирригационных сетей. Поэтому мы должны здесь конкретно качественную подачу газа обеспечить. Больше всех в республике мы можем восстановить ирригационные сети. И больше всего ирригационных сетей Алматинской области, не Кызылординской и Южно-Казахстанской. 17 000, если точнее 16,7 тысяч километров ирригационных сетей. 144 водохранилища, емкостей есть. Начиная от миллиона до 19 миллиардов кубов Капчагайского, это водохранилище. Кызылагачское водохранилище, где трагедия произошла, сколько лет она стояла, мы его восстановили. И точно так же Караталавганда мы должны, особенно в низовье, сразу же появятся прекрасные поливные земли и пастбища. Есть проблемы, требующие поддержки со стороны высших инстанций и в Сарканском районе. Так, например, жители села Лепсинск попросили Богдата Манзорова, принимавшего отчет у главы района, посодействовать в решении вопроса по обеспечению населенного пункта качественной питьевой водой. Жители районного центра нуждаются в ремонте дворов и детских площадок. Богдат Манзоров пообещал решить проблемы в самое ближайшее время и доложить о ситуации акиму области Амандыку Баталову. Это очень компактный район. Для крестьянского хозяйства развивается очень удобное место. Вот. Очень хорошие показатели. Были вопросы по воде, были по дворам. По воде есть проблемы в Лепсинском поселке. Потом в Сарханте тоже есть. Вот я понедельник обещал, будем заниматься. В первую очередь конкретно есть план развития района. И наша область тоже, одним из лучших областей нашей республики, Алматинская область. Поэтому все, что в наших руках, мы всегда для народа будем служить и будем помогать.
В прошлом году в агропромышленном комплексе Сарканского района произведено продукции на 45 миллиардов тенге. Основной культурой для аграриев остается сахарная свекла. Площадь сладкого корнеплода в прошлом году составила более 2800 гектаров. В результате получено около 98 тысяч тонн свеклы. Средняя урожайность варьируется в районе 340 центнеров. Особое внимание уделяется сфере бизнеса. Более 20% от всех налоговых поступлений – доля местных предпринимателей. Открытие новых объектов позволило снизить уровень безработицы до 5,3%. В этом году руководство Сарканского района планирует реализовать ряд крупных проектов. Один из крупных проектов у нас ветряная электростанция. Это в Липсинском регионе. Там почти 19 миллиардов инвестиций, 50 мегаватт ветряная электростанция. Второй у нас такой крупный проект – это завод по переработке лекарственных трав. Там свыше 400 миллионов инвестиций, около 20-30 рабочих мест откроется. Следующий крупный проект у нас — гидроэлектростанция на реке Лепсе. Там тоже почти что 500 миллионов, это только в этом году, а так проектная мощность его почти 7 миллионов долларов. Вот эти проекты в этом году будут начаты. Ну, я надеюсь, до конца года мы уже какой-то результат увидим. Итоги деятельности за прошлый год были подведены и в Куксусском районе. Данный регион издревле славится развитием свекловодства, зерновых и масличных культур. За истекший год сахароперерабатывающим заводом произведено продукции на сумму более 4 миллиардов тенге. Большое внимание в регионе уделяется и развитию животноводства. В прошлом году куксусские фермеры получили субсидии на сумму 177 миллионов тенге. В нынешнем году планка ожидаемой прибыли от отраслей составляет порядка 29 миллиардов тенге. Полным ходом в районе идут работы и по газификации села Балпахбей. В настоящее время 267 абонентов уже подключены к сети природного газа. Ведутся проектные работы по газификации 14 населенных пунктов района. Это села Мукры, Жамбыл, Бескайнар, Злихи Тамшибай, Кенерал и другие. В целях реализации одного из приоритетных направлений социальной сферы в селе Балпахпи активно ведется строительство жилых домов по программе «Нурлы жер». Только в прошлом году было сдано в эксплуатацию 2 50 и 20 квартирных дома. В том числе за счет республиканского бюджета было приобретено более 40 домов для многодетных семей. Работа в этом направлении ведется активно. И в будущем году многие из нуждающихся будут обеспечены крышей над головой. Вместе с тем решается и вопрос трудоустройства безработных граждан. Так, через центр занятости трудоустроено более 2000 человек. В 2020 году в районе бюджета выделены 3,5 миллиарда тенге, из них на сферу образования, здравоохранения, спорта. 2 миллиона тенге на жилищное строительство, 858 миллионов, благоустройство и освещение, 385 миллионов тенге. Ремонт автодорог, 333 миллиона тенге. В целом, в каждом из регионов области делается многое для улучшения благосостояния граждан. А потому в каждом из вышеперечисленных районов края местные жители дали удовлетворительную оценку работе своих первых руководителей. Азат Жумаханов, Жаслан Чинкенджи, телекомпания ЖТСУ, специально для программы АПТА. С января этого года в стране в полную силу вступила система обязательного медицинского страхования. Это касается каждого. Однако до сих пор остаются те, кто не в полной мере понимает, для чего нужна эта система и как ей воспользоваться. О процессе получения медпомощи посредством страховки расскажет Ильяман Раймбеков. В первую очередь, для получения бесплатных медицинских услуг нужно определить свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования. Узнать его можно в регистратурах больниц. Определив статус, вас направят в кабинет участковых врачей. Прошел такую процедуру и студент первого курса медицинского колледжа Талдыкургана Аймендос Орумбасаров. В последнее время у меня наблюдается незначительное ухудшение зрения. Чтобы не усугубить ситуацию, хочу проконсультироваться со специалистами. Хоть и впервые столкнулся с ОСМС, не вижу никаких препятствий для получения услуг. Попав в кабинет участкового врача, получаете направление к узкопрофильному специалисту, либо консультативной или лабораторной диагностикам. Таким методом Аймендос Орумбасаров направился к офтальмологу и получил квалифицированную помощь совершенно бесплатно. Делая минимальные взносы, весь пакет
СМС будет, то есть, доступен каждому гражданину. Если, например, скажем, те же дорогостоящие услуги, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, если в пределах одно исследование стоит, например, от 15 до 40 тысяч тенге, а гражданин, делая взносы, например, за год где-то 26 тысяч тенге, то есть на этом он выигрывает. То есть целый год данному гражданину будет доступен этот пакет. Узнать свой статус в системе ОСМС можно также через сайт фонда, Министерство здравоохранения, электронный портал ЕГОВ, через плагины в медицинских учреждениях. К слову, цифровизация значительно облегчила работу в подобных организациях, говорят специалисты. Пациент может записаться на прием к врачу через мобильное приложение «Домумед», может записаться по телефону, может записаться через сайт поликлиники, может записаться через ИГОВ. Таким образом, в поликлинике в регистратуре уменьшилась очередь. На данный момент не актуализирован статус порядка у 80 тысяч жителей Алматинской области. Работа по их определению местными исполнительными органами продолжается. Еламан Рамбеков, Аблай Кутупай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Все положительные изменения, о которых говорится на отчетных встречах, не просто слова. Это реальные факты, подтвержденные действием. Так в регионах повсеместно решается вопрос обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан. На этой неделе 20 семей из Коксуйского района получили заветные ключи от собственных квартир. В их числе люди с особыми потребностями, пенсионеры, обладатели награды «Алтын-Алка» и дети-сироты. Возможность предоставить новоселам жилье у местных властей появилась благодаря жилищной программе «Нурлы жер». В Балпыхпи собственное жилье появилось у семьи Гульнар Хасеновой, матери-героини и воспитывающей шестерых детей. До сегодняшнего дня многодетная семья скиталась по съемным квартирам. В списке очередников женщина числилась с 2014 года. И вот, наконец, им посчастливилось приобрести крышу над головой. Пусть двухкомнатная, но главное своя, не скрывает своей радости Гульнар. В начале хочу поблагодарить президента нашей страны, акима области и района. У меня шестеро детей, пять мальчиков и дочка. Старшему 18, младшему всего 3 месяца. Стояли в очереди 5 лет. Моему счастью нет предела. В целом ключи от заветной крыши над головой получили 20 новоселов. Среди них семьи с детьми с особыми потребностями, матери-одиночки, обладатели награды «Алтын-Алка», пенсионеры и дети-сироты. Как отмечают местные власти, кров в этот раз предоставлен только социально уязвимым слоям населения, стоявшим на учете в отделе ЖКХ. На приобретение жилья с государственного бюджета было выделено свыше 160 миллионов тенге. В текущем году, по словам чиновников, жилье получат еще порядка 80 нуждающихся. В этом 2020 году по нашему району планируется строительство еще 2 многоквартирных домов. Один на 60 квартир и второй на 20 квартир. Если строительство начнем в начале весны, то к осени объекты будут сданы в эксплуатацию. К слову, в настоящее время в Коксуйском районе количество очередников на приобретение жилья составляет более 800 человек по 10 категориям. Это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные малоимущие семьи, дети, оставшиеся без попечительства родителей, бюджетные работники и другие. Айнур Мейрханова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Коксуйский район. Поддержке многодетных семей в нашей стране действительно уделяется большое внимание. Хорошим подспорьем стало новое пособие, которое выплачивается вне зависимости от дохода семьи. Кроме этого, многодетные матери имеют массу преимуществ при получении различных грантов. А потому в последнее время все больше можно встретить бизнес-вумен, у которых за спиной минимум 4 детей. Вот и в Талгарском районе многодетные мамы решили заняться предпринимательской деятельностью. Со своими идеями они собрались в селе Туздыбастау, чтобы детально обсудить планы реализации. Сюда же были приглашены представители Жилстройсбербанка, Центра занятости и Палаты предпринимателей. О том, чем мечтают заниматься женщины, достойные особого уважения, узнавала Гульнас Мустафа. Житель города Талгар Ботагоз Кожакымбаева воспитывает 4 детей. В прошлом году она закончила специальные курсы по программе «Бизнес-Бастау». На полученный от государства грант в размере более 500 тысяч тенге открыла салон красоты. Параллельно занялась продажей модных красивых женских аксессуаров, украшением которых Ботагоз занимается сама. Нужна цель и, конечно же, стремление к ее осуществлению. Буквально 1,5 месяца назад открыла торговую точку. Спрос очень высокий. Теперь планирую в Талгаре открыть цех и сами будем шить. Прибывшие на встречу представители Центра занятости рассказали о новшествах. С марта месяца текущего года откроются бесплатные курсы по 17 специальностям. По ним могут обучиться безработная молодежь, инвалиды и многодетные матери. Вместе с тем, как и в прошлом году, в палатах предпринимателей
жители будут проходить курсы по программе «Бастау Бизнес». У получивших по ней сертификаты есть шанс выиграть грант более 500 000 тенге. Предусмотрено выделение кредитных средств до 20 миллионов тенге с низкой процентной ставкой. Условия кредита также упрощены. Земельный участок не может быть предметом залога. Нужна только недвижимость. В качестве залога годится и недвижимость родственников. Если она будет оценена на 40 миллионов тенге, то половину суммы можно оформить в кредит. На встрече многодетные мамы смогли получить самую актуальную для них информацию. Теперь они готовы действовать и создать свой собственный бизнес. Что же я смогу сделать для улучшения благосостояния семьи и какая помощь может быть оказана со стороны государства? Получили достаточно большую информацию. Организаторам спасибо за эту возможность. К слову, в селе Туздобастау проживают 428 многодетных мам. На социальное пособие по новому формату подали заявку 156 человек. Гульназ Мустафа, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Талгарский район. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Увидимся ровно через неделю. До свидания.